Похоже, как на авокадо. Похоже, да? Я думаю, что это авокадо и есть. Наверное, авокадо это и есть. А ну-ка. Да, это авокадо. Это авокадо, ребят. Так вот оно растет, видите? Авокадо! Как хорошо. Как прекрасно подобные фрукты наблюдать. Вот манговое дерево. Гляньте, эти птички, гляньте. Ах, улетели. Вот авокадо, ребята, еще. Как много, да?
это папайя, ребят. Это все манго, ребята. Представьте, какой урожай манго может собрать это дерево, да? Очень много. Очень красивый вид, просто сад манговое здесь, видите? Везде только манговые деревья.
Сейчас будет жарко. Это чисто, ребята, это чисто традиционное дерево Канарских островов. Вот оно, видите? Оно распространено на Тенерифе в основном. Очень красивое дерево.
очень красиво, да? Красиво, ребята.
тоже манго. Вы внимание обратите, как красиво люди сделали балкон. Какие фасады красивые, гляньте.
Калибри, ребят. Похоже. Она очень маленькая. Это гранаты, ребята. Ну, такие, знаете, декоративные, словно.
Olá. A što ide tako da? A što ide tako da? И фраге, я спрошу. Excuse me, what's this? ¿Qué fruta es? ¿Fruta? Sí, es una fruta. Pero no se come, ¿no? No, no. No. Ok, come. Gracias. Короче, это фрукты, но их есть нельзя. Поняли? Поэтому кто такое вот увидит, это не маслины. Не маслины. Помните, это есть нельзя. Нельзя. Повторяю еще раз. Это есть нельзя. Хотя аппетитно смотрятся, но есть нельзя. Это мне сказали местные люди. Оригинально. Какой красивый пейзаж здесь, как все красиво, ребята. У меня нет слов просто, это невозможно описать. Как спокойно, как знаете, как я не знаю. Умиротворенно прям. И что характерно, что очень тихо, несмотря на то, что люди здесь живут. Разве это не прекрасное место для отдыха, ребят? Разве это не шикарное место для уединения с природой и вообще? Это просто шикарно. Хорошо в тенечке.
Похоже, дом для пенсионеров. Вот это вот, похоже. Да, так оно и есть. Похоже, что это дом для пенсионеров. Хм, интересно. Сто процентов, да.
Thank you.
Очень красиво, гляньте, как банан, да? Вообще, этот вид меня просто потрясает. Полное умиротворение. Это дерево авокадо, ребята. Это авокадо, видите? Из-за буйной листвы плохо видно плоды, но их видно. Это приватная территория. Там он написано. Хотя бы ресторан где-нибудь был, что ли, чтобы можно было кофе попить. Мне еще обратно идти, ой-ой-ой, сколько, знаете, как красиво, правда? Очень красиво, гляньте. Это просто, ну, это просто настоящие открытки. Сейчас я вам еще лучше покажу, гляньте, какой пейзаж красивый. Вообще сногсшибательно, да? Там вот подсолнечник, картошки я не вижу, укроп, салат. Рассада под бутылками. Видать, огурцы. Манго. А что это такое за плод? А, это инжир, видите? Это инжир. Это инжир. Он еще не зрелый, правда? Но скоро созреет. Это инжир. Кто не знает инжир, смотрите, как он выглядит. Такая вот ботва у него. А вот папайя. Сейчас я вам покажу папайю. Вот папайя. Вот так растет папайя, ребят. Это папайя. Такой быт у людей, видите?
Вот, гляньте, маленькая папайя, видите? Манго. Вот так они завязываются, видите? Это манго, ребята. Сейчас я вам покажу вам красивый вид. Очень красиво. Обратите внимание, как это красиво.